без инструментов. Вот это чего? Ну, сейчас понял. Производление равно 1, то отображение на практике.
что такое эпсилон найдется, довольно ясно, потому что если поделить на модуль Z1 минус Z2 обе части, то слева у нас будет модуль разностного отношения, который стремится, когда Z1, Z2 стремятся к А, стремится к производной вместе. А справа стоит как раз модуль производной пополам, так что в силу неприродности можно сделать. Вот. Можно так рассуждать. Можно это и отдельно доказать. Вот. Если не очень хочется рассматривать функцию от 4 частных переменных, говорить о ее неприродности, потому что один из Z2 комплексный. Вот. И надо на диагонали этого бидиска смотреть непрерывность, вот. То можно написать, разложить то и другое в ряд, вынести, нулевые члены, естественно, сократятся, вынести первую степень, там останутся после деления Z1 в ряде минус Z2 в ряде останутся соответствующие полиномы на минус первой степени, их оценить эпсилон, каждый из сомножителей. Вот. Все мономы получится вот оценка. Вот так или иначе, это верно. При непрерывности или непрерывности. Эпсилон достаточно, можно было тут вообще любую константу написать, вот утверждается, что оно исходит. Вот. Тогда F
вот, ну не знаю, насколько удивительно, но теперь то, что, собственно, нет функции, кроме степени, что каждая структура головоломка как окажет. Утверждается, что
то мы можем уже записать как пятую степень другой голомоторной функции. Ну, действительно, если посмотреть композицию с вспомогательной плоскости, рассмотрим. Thank you.
очень просто. Теорема доказана, и отсюда вытекает интересное следствие. Вот. Ну, собственно, вытекает то, что было сказано. Что вот то, что мы наблюдали, давайте сформулировать теперь следствие. Для этого мне придется стереть саму теорию. Сейчас, извините, откуда у нас уже такой разрез на графике нарисовали? Мы его нарочно сделали, чтобы определить корень вот этих. Вот. Это он с необходимостью, он ниоткуда не вытекает. Вот. Можно было по-другому провести разрез. Главное, чтобы, ну, то есть, главное, чтобы в некоторой окрестности точки же одна, любой нулевой точки, всегда можно определить корень этой степени z так, чтобы окрестная точка конформно отображалась куда-то. Вот что нам надо, и больше ничего. Mm-hmm. Вот. И мы берем композицию с этим корнем и записываем g в виде этой степени. Вот. Я тогда следствие формулирую. Первое. Критерий локальной обратимости. Обратное утверждение к пункту 1. Значит, функция f ванных на точке A конформно отображает некоторую окрестность v на точке A на свой образ. То есть существует такая окрестность v, которая конформно отображается на свой образ. Так далее только тогда, когда эта крепота равна нулю. Ну, то есть в одну сторону это пункт 1, а в другую сторону это видно отсюда. Потому что варианты только такие. Если f' равна нулю, значит n больше либо равно 2. Порядок, значит, f от z минус f от a 2 или выше. А значит, вот это отображение кружочка на кружочек заведомо не инъективно. Оно накручивает n раз. Да? У каждой точки n проводится, кроме нуля. Вот. И значит, f тоже не инъективно, потому что f отличается биекцией от f. То есть доказательство просто в том состоит, что значит, в эту сторону пункт 1. Такое, значит, отображение конформно в точке, если оно R-дифференцируемо, дифференциал не вырожден и углы сохраняются между крыльями данной точки. Это в точке. Отображение конформное отображение одного открытого множества на другое, это голоморфное на первом множестве функции, которая осуществляет гомеоморфизм первого множества на второе, и при этом конформно в каждой точке первого множества. То есть, на самом деле, здесь терминологически есть некое комплексному анализу. Это понятие конформное отображение досталось в наследство, так сказать, от прежних времен. Вот, и
если вы захотите изучать теорию функций нескольких комплексных переменных, оно вам будет мешать, потому что в CN при N больше либо равно 2 конформных отображений в прямом смысле слова, то есть отображений, переводящих римовую метрику в ее кратное, по теореме Лиувилля, раз, два и обчелся. Вот. Изометрия и инверсия. Ну и вот, постижение. Вот. А вот отображений, которые гомеоморфизмов, которые задаются голоморфными функциями, обратные к которым тоже голоморфны, в C2, конечно, много, гораздо больше, чем вот, конформных в прямом смысле слова. И именно они играют роль изоморфизмов в категории комплексных многообразий размерности 2, а вовсе не конформные отображения, да, которых мало. Вот. В этом смысле терминология немножко сбивает с толку, и вместо конформная надо было бы говорить биголоморфный. Ну вот как некоторые так и делают, кстати. Вот. В некоторых современных учебниках вообще нет комплексного анализа, вообще нет слов конформное отображение. Вот. Но я все-таки на это не держусь. Так порывать с традициями, в общем, немножко слишком радикально, мне кажется. Поэтому давайте мы привыкнем к тому, что у нас, мы говорим конформное отображение, да, это смысл в том, что сохраняет узлы, да, сохраняется форма. А понимаем, что это изоморфизм в категории комплексов многообразия, голоморфных отображений. Вот. На самом деле так оно и есть. Ну вот, еще замечательное свойство этого следствия в том, что оно совершенно не совпадает с нашей интуицией из математического анализа, где, как вы помните, z в кубе, x в кубе, да, например, это дифеоморфизм, да, ну почти дифеоморфизм, производное обратного отображения бесконечности определяет, ну уж гомеоморфизм, да. Гладкий гомеоморфизм всей прямой на себя. Вот. А вот в комплексном случае z в кубе совсем не является. Вот как мы видим, ни z в квадрате, ни z в кубе ничего не является. И более того, никакой не является с нулевой производной отображения. Вот. Значит, следствие 2. Окончательная форма теоремы о неявной функции. Простите, об обратном. Окончательная форма теоремы об обратной функции. Еще одна терминология. Ну вот, ну тогда конфликт.
То есть не надо проверять необращение нулей. Производные не надо проверять, что обратное отображение непрерывно, нам же говорил марксизм, да, все автоматически. И F от D автоматически открыт. Вот. Да, это из принципа сохранения области. Вот. Применим его, чтобы описать все конформные отображения круга на себя.
Ну, формально говоря, это к предыдущим двум пунктам почти никакого отношения не имеет. Лемма Шварц может сказаться. Разностные отношения ставят, потому что f от нуля равно нулю.
можно написать, да, минус это от нуля. Определение произвола. Значит, особенность устранимая. И значит, на самом деле, да, определить, мы можем считать, что она была нужна всю лишь. Соответственно, g от z имеет максимум модуля, да, во внутренней точке. Значит, константа. Ну, а значит, f от z такая, как указано. Если
отсюда видно, что модуль — это константа, конечно же, равен единице, там подставляя за 0, соответственно, вот, и отсюда теперь что? Оценки интегралы и так далее, то геометрия конформное отображение. Вот. Все время. Так что вот теперь пришла пора сделать шаг геометрической ногой. Значит, применим лемму Шварца к описанию всех конформных отображений единичного круга на себя. Ну вот, тот, кто никогда над этим не задумывался, он, в общем, не сразу, конечно. Да, и сообразит, а бывают ли. Можно ли конформно отобразить круг на себя, кроме поворота? Ну, поворот, конечно, можно ли как-то еще? Можно ли, чтобы ноль перешел на ноль? Мы сейчас увидим. Заодно убедимся, что... И заодно увидим всю совокупность. Вот, хорошо. Ответ можно бесконечным числом способов. Любую точку круга перенести в любое конформное отображение. А более того, все эти способы можно перечислить. Итак, конформное отображение. Что любую точку А единичного круга можно таким отображением перевести. Вот, взяв обратно, получим. Вот. Почему эти все отображения конформны? Вот в эту сторону. Это довольно просто. Значит, если... Сначала докажем, что вот это дробнолинейное отображение взаимоднозначно отображает единичный круг на себя. Ну, что образ при этом отображении? Это в точности единичный круг. Вот, ну, по-всякому можно действовать. Вот самое такое простецкое доказательство, которое мне на самом деле нравится больше всего. Вот запишем W так и вычислим модуль W в квадрате минус 1. Значит, видно, что это такое. Вот так. Вот. А тут применим то, что в элементарной геометрии называется теорема косинусов. Вот. А в сущности это такая довольно тривиальная формула. Сейчас начнется.
она и есть, теорема косинуса. Вот ее мы применим, чтобы посчитать вот эти. Ну и видно, что тут будет вещественная часть а счет той на z, и тут будет вещественная часть а счет той на z со знаком минус. Они сократятся, останутся только квадраты. Вот. Так что вот я переношу дальше вот сюда. Остается, значит, модуль z в квадрате плюс модуль a в квадрате минус единица минус. Вот. Забудем все, что было в середине, вот, и только начало и конец рассмотрим. Видно, что модуль W меньше единицы. Знак, да, тогда и только тогда, когда модуль Z меньше единицы. Потому что вот это положительные числа. Вот это все больше нуля. И значит, знак левой части совпадает со знаком модуль Z квадрат минус N. Это означает, что единичный круг переходит в себя, а его дополнение в дополнение. То, что нам нужно. Следовательно. Вот. Но мы доказали, что всякое отображение такого вида объективно отображает единичный круг на себя. Объективно в силу взаимной однозначности вообще дробнулевых отображений. Им же обратно нужно. А этим вообще да, особенно простое. Вот, ну, это почти гомоморфизм групповой, потому что вот, если фи от z определить без e в степени вот это, вот так, z минус a, единица минус со счету z, то обратное к нему будет просто фи с индексом минуса. Вот. Это легко проверить. Вы просто возьмите, напишите, что это W, выразите, да, через W, получите вот это. Вот. Так что все вот эти взаимно однозначны. Вот, отображения. Ну и чего нам больше, да, хочется, чтобы заключить, что это конформное отображение. Вот оно голомофное, да, инъективное отображение круга на себя, значит, конформное по только что сказанному. Вот. Ну, собственно, значит, это отображение. Тогда композиция будет переводить ноль.
ноль. Обратно, естественно, тоже. Все эти отображения обратимы. Вот. В качестве
иногда в формуле надо брать есть эти минусы. Таким образом, все автоморфизмы описаны. Вот. Отсюда, между прочим, вытекает следствие насчет единственности конформного отображения. А там же минус? Да, ну то есть, ну давайте я напишу, что это равно e в степени это z плюс b на единице минус z до b по определению минус a на e в степени. Это лежит тут. Да, тут не совершенно правильно. Ну вот. Следствие, значит, единственность конформного отображения в области на. Круг не единственный, да, потому что потом мы можем брать его композицию с любым из перечисленных автоморфизмов круга и будем получать новые конформные отображения. Вот. Но надо зафиксировать некоторые параметры. Тут у нас три параметра в распоряжении, да, вот это число и комплексное число и вещественное. Вот если их как-то зафиксировать, задать, то оно станет единственным. И вот два канонических способа это сделать, это следующее. Значит, прежде всего такой. Если существует конформное отображение на единичный круг, то для каждой точки z0 из d и для каждого вещественного это существует единственное конформное отображение. Последовательность. Потом,
если говорить о вещественном анализе, то опять здесь, с точки зрения вещественного анализа, произошло обычное для комплексного анализа чудо. Вот, потому что там в вещественном анализе аналог этого утверждения называется теорема Арцелла-Асколи и гласит, что чтобы из последствий функции на отрезке можно было выбрать равномерно исходящую от последствий, надо, кроме равномерной ограниченности, разумеется, нужна еще равностепенная непрерывность, такое свойство. Вот я уж не буду говорить, в чем оно заключается. Вот. А здесь ничего не надо. Соответственно, анализ равностепенной непрерывности будет автоматически. Давайте это докажем. Какой вопрос? Сначала докажем следующее. Значит, покажем, что для любого круга с центром А разницы содержащимся в области D существует последовательность. Равномерно на круге меньшего радиуса. Ну, скажем, половину. Радиуса. То есть картинка такая. Вот у нас область D. Точка А, круг. Мы берем круг вдвое меньшего радиуса и на нем будем выбирать под последствия, сходящиеся равномерно на нем. Ну вот, наша цель показать вот так. Как это оказывается? Вот как. Запишем, разложим в ряд Тюрбова. Коэффициенты я буду вот так обозначать. Значит, сумма у меня будет по m, а коэффициенты, они, естественно, свои для каждой функции, они обозначают c, t, t. Вот m — это номер функции последовательности. И z в одном круге. Вот. Ну и заметим, что по неравенствам Хаше на R, да, вот это, степени m. А максимум модуль функции у нас ограничен числом m большой для всех номеров. Так что вот это верно для всех m. Вот. Между прочим, отсюда вытекает, что если мы фиксируем номер m, то все m коэффициенты у всех наших функций равномерно ограничены одной и той же константой, незапечатанной. Вот. Ну и вот теперь мы будем выбирать сходящиеся под последовательность. Делается это примерно так же, как доказывается несчетность отрезка. Вы видите сейчас как. Значит, в силу обычной теоремы из любой ограниченной, равномерно ограниченной последствий точек плоскости, да, комплексных чисел, можно выбрать сходящую под последствия. Вот выберем сначала, чтобы c0 от n. Под последствия какую, чтобы c0 от n сходилось. Значит, последовательность c0 от n равномерно ограничено, понравится хорошо, значит, существует под последовательность n каждая первая последовательность, просто последовательность n каждой номеров, а первая, потому что мы не раз еще будем проезжать ее, такая, что первый шаг. Теперь мы
забываем про всю последовательность, оставляем только эту подпоследовательность. И из нее выбираем такую подпоследовательность, чтобы С1 от N сходился. Вот. Значит, аналогично. Последовательность С1 от N тоже равномерно ограничена по неравенствам Кауши. Значит, существует подпоследовательность НК второе, последовательность НК первое. Что С1 от НК второе сходится. Приказ ну и так далее. Из нее выбираем следующую. Вот. Вот. А теперь вот. Да, и так далее. Получаем набор целых последовательностей. Вот. Тогда, а теперь берем диагональную, как будто мы доказываем нечетность отрезка. Тогда последовательность МКТ равная по определению в КТ последовательности, да, берем КТ член. Такова, что последовательность М от МКТ сходится при К стремящемся к бесконечности для всех. Ну, ну понятно. Да? Если у нас, скажем, была вторая подпоследовательность, то для нее сходились C0 и C1. Для третьей C0, C1, C2. Когда мы берем диагональную, то сходятся все. Потому что все они лежат. Все члены диагонали последовательности, начиная с там, третьего, лежат в третьей последовательности. Все члены, начиная с четвертого, лежат в четвертой последовательности и так далее. Так что вот действительно будет сходиться для всех. Вот, вот это и будет исполнено последовательность. Вот утверждаем, что она сходится на круге любого меньшего радиуса. Почему? Ну, в частности, радиус R пополам. Вот почему. Принцип разделяй и властвуй. Значит, покажем. Это последовательность. На круге модуль Z минус А. Ну, вместо R пополам можно взять любое число, сколько больше. Значит, действительно. По критерию Кауши будем действовать. Модуль FNKT от Z минус FNLT от Z. Ну вот, каждый из этих FN мы запишем как степенной ряд и оценки напишем так. Первые N большое членов оценим прямо как они стоят. То есть модуль C, сумма по m от 0 до n большого, cm от nk минус cm от n этого, ну, на модуль z минус a в n. А все остальные от n плюс большого плюс 1 до бесконечности оценим так. Вот эти все оценим через, по неравенствам Кауши, через 2m на r. Вот. А вот эти оценим, ну, мы же вот в этом круге, через R пополам. То есть следующий член мы оцениваем точно так же, но сразу пишем в конце. Вот, а здесь пока подождем. Вот. Ну и теперь ситуация такая. Мы видим, что тут получилась сходящаяся геометрическая прогрессия. Правда? Ну, R в степени M сокращается. Вот. Осталась просто геометрическая прогрессия. Это означает, что мы можем выбрать, если нам дано произвольное эпсилон, то мы можем выбрать N большой так, что вся вот эта сумма будет меньше эпсилон пополам. Теперь мы это N большой фиксируем. У нас в этой сумме конечное число членов, и для каждого из них находим К нулевое, так что при КЛ
больше к нулевого, вот эта величина меньше, ну, там, эпсилон на надлежащую величину, чтобы вся сумма была меньше тоже эпсилон пополам. Критерию Каши все будет сходиться. Вот, собственно, все. Значит, для любого эпсилона больше нуля. Это у нас не равенство было при модуле закономерности. Большое, так что вторая сумма меньше эпсилона пополам. Теперь при фиксированном большое найдем ноль, зависящий от эпсилона, потому что при всех больше канала. Первая сумма. По критерию Каши. Последовательность канала на равенство скорости. Следующие шаги уже не требуют ни неравенства Каши, ничего такого. Вот. Они делаются так. Значит, второй шаг. Для любого контракта. Существует последовательность, сходящаяся на этом компьютере. Я думаю, вы понимаете, как это доказано. Вот есть компакт, да, лежащий в этой стене. Надо его покрыть кружочками с центром в каждой точке, содержащимися в D. И причем даже такими, чтобы круг удвоенного радиуса содержался. Вот. То есть рассмотрим кружочек такой, что круг удвоенного радиуса все еще лежит с центром в каждой точке компакта. Выберем конечное подпокрытие. Причем конечное подпокрытие вот этими маленькими кружочками. Вот. К каждому из маленьких кружочков применим шаг 1. За конечное число шагов мы получим нужную последовательность. Значит, существует конечный набор. Представить нашу область, наше открытое множество, как объединение счетного набора возрастающих компактов. Вот. Это несложно сделать. Тоже, в общем.
круга радиуса n с множеством тех точек области, расстояние от которых до границы не больше одной электрон. Вот тогда это очевидно. Компакт, замкнутый ограниченное множество. Вот. И с ростом n они исчерпают все. Значит, третий шаг. Следствие, одно из которых задач. Вот,
Ну, а теоретически она нам пригодится при доказательстве теоремы Веймана, вот, которая предстоит у нас через месяц. Если есть вопросы, пожалуйста, задайте. Вот. Значит, а если вопросов нет, то вот сегодня мы такой немножко про руку по разнообразным предметам нашим заканчиваем. Три повидали сюжета, почти не связанных между собой. Вот. Ну, через полчаса семинар. Можно просто Физическое образование вот здесь. Ну, это как раз будет завершающий этап подготовки. А еще вопрос, а про Риммана В принципе, да, я не помню. Даже более того, я как-то думаю, что где об независимом про Риммановой поверхности расскажут обязательно и не раз. Вот. И я думаю, что... Есть книжка, она лежит на сайте Института стекла, лекция в комплекс анализа, совместная, Арман Ильич Сергеев и Лев. Почему она предсказана в следующем году? Ну, это, как говорится, в следующем году. Содержащийся в этой книге, да? Ну, собственно, что если так? Ну, я скажу, я скажу. То, что не расскажем в любом случае. Ну, это... Мне бы не хотелось сейчас сразу выкладывать все, как говорится, карты на стол. Да, вы это увидите, если там будете дальше посещать лекции. Последняя лекция. Нет, но между прочим, что касается сравнения курса и книжки, то вот если вы слушали курс, то вы наверняка убедились, что он уже в том, вот что произошло, он не следует книжке так уж виртуально. То есть на самом деле комплексный анализ до определенного момента, конечно, есть. Но не везде. Если западает, то нет. Нет. Вот доказательство теоремы Каши, которое здесь, книжки вы нет. Который был на второй лекции. Книжки вы нет. Ну, еще есть ряд мест, где через 2 часа. А? Нет, теорема Гусса, конечно, там есть. Вот, но само доказательство теоремы Каши, сама формулировка, если вы посмотрите, что было на лекции, что написано в книжке, вы увидите, что это разница. А, ну вот. А вообще, я должен сказать, что до определенного момента курс комплексного анализа, трудно, собственно, и, наверное, не нужно его оригинальничать, потому что, тут ситуация такая. Вот, математический анализ преподают, как, грубо говоря, 200 лет, и он устоялся так, что его уже крайне трудно по-другому преподавать. Комплексный анализ преподают 100 лет. Вот, он находится на логике. Он устоялся, в общем, да. Соответствующий процесс. Наполовину. Да. Наполовину. Вот теперь смотрите за функциональным, потому что функциональный анализ преподают 50. Да. И он забронзовел, но еще далеко не в такой степени, как бы, математически. Вот. Ну, никуда не едешь. Я надеюсь, что... Во-первых, что кое-что отмечено уже было, а во-вторых, еще и будет. Но я не хотел бы прямо. Может, есть способы вообще без интегрирования доказывать. Нет, в каком-то смысле, на самом деле это хороший, остроумный. Его можно использовать, чтобы
формулу Каши-Грина. Ну, ну вот формулу Каши-Грина, вот, формулу Грина в математическом анализе вы не сочтете ее, да? Сейчас случай формулы Спарса, и это вполне такое, лежащее в общем русле утверждение. А лемма Гусса – это способ доказать формулу Каши-Грина, если хотите, формулу Спарса, когда у вас известно только… Неизвестно, что функция класса c1 и граница хорошая, известно только, что вот то выражение, которое стоит под знаком там, двойного интеграла, хорошее, а сами произвольные часто образующие, да, dm там dx минус dr, дивергентский, да, могут быть и плохие. Вот лемма-Гусса просто такой вот способ доказать это. Вот. Ну, трюк, да, если хотите. Ну, это такой, в общем, полезный трюк. Тот самый, который дважды примененный, да. Вот искусственный прием примененный дважды становится методом. А в принципе, я же по-моему пошел, у меня сейчас какие-то вообще не вышло. Ну, понятно, на границу области, потому что аналитично такого много, не перерывно. Да, да, достаточно считать, что голоморфно внутри и функция непрерывно завтра. Но если бы я это стал доказывать, то не смог бы аккуратно доказать так быстро. Ну, там же есть тогда. Там тоже как-то. Нет, нет. Основная проблема, так же, как и вот, я не знаю, слушали ли вы вот математический анализ формулы Грина и в каком исполнении, но основная проблема в том, что пока у вас граница простая, скажем, графиками, да, ограниченные полосочками, то там все более-менее понятно. И там более-менее понятно, как справиться с случаем, когда функция только непрерывно заходит. Вот. Но если вы берете любую кусочную гладкую границу, то вот тут начинаются неприятности такого характера. Вам надо, так сказать, как-то отступить от границы, да, внутрь, при этом, чтобы не потерять значение интеграла, как его контролировать вот по этой новой границе. Да. Ну а поскольку у вас граница может быть, ну вот предполагает c1, допустим, синус конечно, она может включать там такие радости, как график синуса 1 х, ну, или там x квадратная синус 1 х. Понимаете, кусочек гладкой границы может такую, как говорится, устроить местами, вот, безобразие, что, что вдавливать ее внутрь. В общем случае, mm-hmm. это требует больших подробных объяснений, за которыми суть дела теряется. Mm-hmm. Никто, mm-hmm. Да, никто туда, как говорится, по педагогическим соображениям, никто эти, кроме Лорана Шварца, который написал анатому честно, где это доказал сразу для многообразия другой размерности и по размерности. Ну, для этого, как говорится. Там ему такие трудности встретились, в сравнении с которыми это просто ерунда. Вот, и он удобность не преодолел. Вот. Но мы все это, как говорится, там уже беспектрально. Там уже начинается какая-то вообще это не. Да.